рэперы — это обычные просто пацаны, которые двигаются по своей волне, у которых душа закрыта и сложно раскрыть ее. Но себе могу сказать, что я простой пацан, занимаюсь футболом, пишу рэп, отдыхаю с пацанами. Пацаны, привет! X-Factor нужен для того, чтобы показать, что даже простой, самый обычный пацан из маленького, так скажем, города может показать себя и то, что каждый человек, который умеет, у которого есть какой-то талант, и может развивать, чтобы не боялся и просто шел вперед, и несмотря ни на что. Здравствуйте. Мы вас ждали, вы знаете? Прекрасно. Вот именно вас, потому что вы рэпер. А Оля у нас отвечает в этом сезоне за рэп. Что ты будешь исполнять? Ария «Потери на рай». А мы же рэп хотели слушать. Я хотела рэп. Я каждый день жду потоки северного ветра. Они должны принести минусы в конвертах. Ты далеко от меня, за сотни километров, и я один пролетаю. Свою песню исполняйте на данный момент сейчас. Это жаркое лето, провожаю закаты. Половин, мало половин, мало половин. Эй! Нас слышно до своей. Ну супер, хорошо, класс. Да, Владислав. Очаруйте нас, спойте «Потерянный Хорошо. Рай». Сложная композиция, вокальная. Давайте. Очень красиво. И очень красиво. Владислав профессиональный вокалист или... Больше любитель. Но больше любитель. Выступает уже как бы... то есть сцена для него не в новинку, и сейчас он совершенно не волнуется. До края небо в огне сгорает, и в нем исчезают все надежды и мечты. Но ты засыпаешь, и ангел тебе слетает, смахнет твои слезы, и во сне смеешься ты. Засыпай, на руках у меня засыпай. Засыпай, под пеня дождя. Далеко, далеко, там, где небо кончается край, ты найдешь потерянный рай. Владислав, спасибо вам за рэп, потому что вы читаете рэп лучше, чем я. Это плюс ваш. Спасибо. Я говорю нет. Ой. Ой, да, «Потерянный рай». Действительно, вы потеряли этот рай, Владислав. И пели также песню, как и рэп читаете. Нудно, муторно и невнятно, непонятно, о чем песня. Нет, конечно, это нет. Ну что вы, фальшивые ноты. Да вообще ужасно. Вы меня обнадежили. Хочу рэп, классный. Хочу, блин, хочу мужика. Так рэп или рэпер? Объясни. Хочу, чтобы вышел такой мужик прям. И чтобы прям как зачитал. Как раздал нам тут вот так из пулемета. И прям в сердце! Оля, мне выйти? Я прям, чтоб да! Может быть, и дождемся когда-то! Да когда уже? Поэтому, Владислав, дорогой, спасибо вам! Спасибо большое! У вас 4 нет,
Огромное спасибо. До свидания. Все хорошо, да. Все хорошо. Второй сезон. Простите, желание вырвалось наружу. Взяли мальчика, просто помножили на